Минувшей ночью в полночь вступили в силу новые ограничения на торговлю спайсами. Теперь это уголовное преступление. Полиция начала готовиться к масштабным рейдам еще вчера вечером. Начальники собрались на инструктаж. Сегодня наступил час X. Фактически мы объявляем войну этим торговцам. Теперь все зависит от нашего профессионализма, удачи, а также от наших подчиненных и от того, как мы организуем работу. Но готовились к часу X и торговцы спайсами. 50 торговых точек в полночь к моменту приезда полиции оказались закрыты. За исключением одной, в Балдырае. Полиция сделала контрольную закупку. Убедилась, что торгуют запрещенными веществами. В киоске прошел обыск. Изъято 30 упаковок спайса и внушительная сумма денег. Начат уголовный процесс. Если раньше продавцу грозил бы только штраф, то теперь до 2 лет тюрьмы. Лица, которые организуют торговлю с этими веществами, они тоже, соответственно, смотрят за то, что творится, скажем, какие законы принимаются. И ясно, что никто не хочет за это садиться в тюрьму. И ясно, что мы предполагаем и даже уверены в том, что эта форма продажи психоактивных вещей, она будет меняться. Вот меняться, и по всей видимости она будет переходить уже, скажем, тот уровень, где идет и все остальные наркотические вещества.